Добро пожаловать, друзья мои. Это у нас trinityroleplay.ru, и мы продолжаем играть с дядей. Юху! Всем здорово! Чувствуешь эпичность начинаний каких у нас сегодня? Давай, я нищеброд, у меня 1000 баксов всего, как лалка какая-то. Надо бы нам заработать. Так, нажмите Ctrl, чтобы завести движок. У меня есть 157 тысяч баксов. О, у меня всего лишь 1000, так что давай-ка куда-нибудь работать поедем, я нищебродский. Ты куда нищебродский? Едем? Да, да. Бродский, я нищебродский. Я бродский, я нищебродский, как бродский, все верно. Сейчас давай. Нормально, сейчас. Я только не помню, правда. Я нажал GPS-24, работа. Тихо, мужик, ты тихо, едешь тихо, по встречке. Ты ж по встречке гонишь, алло. А он уступил, смотри, какой-то педант. Фига. Ну ладно. Слушай, а если я тут где-нибудь вылечу, я там смогу выехать? А может, не надо лучше? А может, а хотя давай там, вон, дорога-то есть, вон, смотри. Дорогой дальнюю, дорогой ближнюю. Бденкс, все? Не доехал я, да? Выползай. Ай-яй-яй-яй-яй. Женя, быстрее, машина бомбанет. Давай вызывай тачку, колл-кор. Колл-кар. У меня машина застрахована, да, колл-кар. А, подожди, на дорогу-то выйдем, хоть она на дороге появится. А, вот. Опа! Видишь, страховочка? Смотри, какие страховщики четкие, сразу сбрасывают точило новую. Господа, страхуйтесь. Страхуйтесь только у нас. Страховая компания Лалка. Вот и все, понимаешь? Лалка страх. Ну да. Лалка страх. Я же совсем забыл сказать, если вы хотите поиграть с нами на Тринити, вы знаете, что делать. Ссылочка в описании, заходите, играйте. К нам часто подъезжают подписчики. Я, правда, не помню, я туда еду вообще же. Ну, смотри, по карте можешь глянуть? У меня метки нет. Давай, как там, GPS-24? Давай ты посмотри. GPS. Ёпта, подожди. Что-то там. Немедленно остановитесь, или будут приняты меры. Какого хрена? Что за беда? А давай, знаешь, проблемы? Как сейчас сделаем? Давай я сейчас сяду, и мы улетим, уедем от него просто. Подожди, давай я спрошу, какие проблемы? Давай. Он прям заорал, у меня в наушниках прям. Это полиция, борт, стоям, баепта. Стоп right there. Какие проблемы? Police. Вы свободны, не нарушайте закон, хорошо? О, подожди, стой. Стой, дядь. Стой, дядь, а что, дядь, стой. Во! Может, отлично! Давай. Женек, смотри, это практически реально рядом с нашим домом было. То есть мы с тобой прогузили, ездили, да, искали, да, не пойми, да, что. Давай, так, кросс. Смотри, выходим, так. Пишем кросс. Я помню, мы бы делали это уже. Выходить не надо, зачем ты вышел-то? Просто кросс пишешь и все. А, для водителя данная команда, да. Окей. Выходить надо, там было написано, что все должны выйти. Я не выходил, ну ладно. Так, ты не выходил, пишем. Ты ж типа водила. Федерация Аврора, добро пожаловать, пишем GPS. GPS 24. Это у нас охотничьи работы. Мы с охотниками посмотрим. Еще не работали здесь. Бог, не знаем, что, как говорится. Так что нормально. На Тетерева пойдем, да? Ага, на косуль. На косулю? На косулю и на Тетерева. Пойдем сегодня. Это песня такая была, я просто помню. Серьезно, такая песня была? Данная команда только для водителей, пересекающих границу. А вы представляешь, обыск будет устраивать? Ты за что? Не ну, надо. Представь, что тут же много всяких наркотиков продают, там, ну, граница, оружие, граница, да. И так далее. То есть можно было бы сделать отдельную работу, где люди бы, допустим, работали вот в этом вот, на ППС вот это вот, на границе, с пограничниками. Вон машина спрятана в кустах, я там увидел. Сюда нам надо? Да. Хо-хо-хо, прикольно. Так, хорош. Так, лады, я выхожу. Глушим движок, бенз, а то... Глуши, это бенза, что-то не очень много. Так, давай. Джоин, здесь чемоданчик, потом уже мы идем дальше. Вы устроились на работу. Все. Окей. Теперь пошли хантиться. Хант. Хорошо, ну-ка давай. Так, у меня хант был прописан. Во. Вот! Шикардос. Ты что, охотник уже? Возьми эту винтовку, отправляйся в гараж за рабочим транспортом. Йок. Опа! Во, да. Опа! Опачки! А у нас сразу два рабочих. А, мы да, да, все. Вдвоем. Тихо. Так, все? Смотри. Оленя, которого вам надо убить, последний раз вы видели к юго-востоку от лагеря. Отправляйтесь туда. Так, юго-восток. А вон есть. У меня мелькает зона, смотри. Вот, у меня здесь квадрат, он моргает на карте. Большой такой квадрат. У меня ничего не моргает. Ну ладно, сейчас посмотрю. А что за маскированная полицейская машина в кустах? Теперь свистните в манок при помощи команды VH, чтобы обнаружить оленя. Вот я зашел, короче. Свистни, там тоже дырка, как говорится. Волхак, короче, пишешь? Волхак. Так, я свистнул. Брендит свистнула в манок. И что-то не поменялось у нас ничего. Где-то в лесу послышался рев оленя. О-о-о. Вот так делай. Олень отозвался, теперь подкрадитесь к нему и убейте его. А я вот не вижу, где он. Давай, крадись к оленю. Скорее, олень меня убьет, наверное, быстрее, чем я к нему. Я его не вижу. На букву С нажми, будешь так красться, четненько.
Так, а у меня вообще нет метки. У меня есть огромный такой квадрат на карте. У меня нет квадрата. А где он там еще, куда, по чем, я не знаю. Давай. Угу. Я положил, нормально все, нормально. Сейчас я доеду, оленя сниму. Так. Брайан, а как у тебя друга ник? Друг, как у тебя ник? Скажи, ой, пожалуйста. Там что-то англ что-то ОСГ, там что-то англ, что-то такое где-то. Я советую просто найти момент, где мы рядом с Женей стоим, англ там Сэмич, будет видно. Да. Сэмич, англ. Ну-ка, олень, стой. Бам. О, я убил оленя, все, пошел поднимать. Я, наверное, ты его ранил немножко, да? А, нет, это я вообще в другой, в заднице мира какой-то оказался, поэтому... Отнеси тушу оленя к порогу мясного цеха. Взял как-то... Как это, как чучело взял? Блин, я никогда не ел. Я ел офигенное мясо, очень вкусное. Если правильно, на что похоже, расскажи. Ну, оно, знаешь, вот со вкусом, как сказать, оно похоже на говядину чем-то, но вкус более такой, вот они же ягелем питаются, вот вкус ягеля типа пихты вкус, вот немножко такой пихтоватый, пряный вкус. А, в этом плане, да. Кайфово. Спасибо за работу, вот твои деньги. Тут, короче, чувак разделывает мясо, здесь цех мясной, и это все, короче, вот так вот выглядит. Сейчас приеду, сейчас. О, здесь чужой олень ходит, можно чужого оленя взять? Можно, Женя, можно. Эпический мафок. Мне надо сдать в гараж, да? Хорошо. Да, сдавай его в гараж, где ты? Вот я еду. Сзади у меня олень лежит. Давай я заберу твоего оленя. Ах, нельзя, блин. Так, ну что, отнесите тушу оленя к мясному цеху. Вон он, Женек, смотри, вон прямо вот там. Вон чувак. Чувак. Видишь, носит, смотри. Вижу, я хочу тоже пойти посмотреть на это. А, он берет и разделывает, как ты говорил, да? Да, ты относишь туда, кладешь тушу, а он потом там разделывает. Шмяк. Вон, смотри, сколько туш лежит. Иди зацени внутрь, посмотри, сколько. 300 бачей за это дают. Это как маньяк. Нормально? Джейсон. Смотри, что творит, чувак. Маньяк Джейсон, я же говорю. Смотри, пасхалочка, да? Нормальная тема. Чух-чух-чух стоит там. Прикольно, чувак делает дела. Фу, прикольно, хорошо. 300 бачей дали за это. Да, даже погнали больше. Дальше. Плюс 50 скидок. Где машина? Вот машина. Так, отлично. И бой. Нормально, да? Идеальное начало. Я не знаю, Жень, я не знаю. Я, видимо, вдохновился тем, что там убиты оленята. Были, понимаешь, они просили помощи. Они говорили: Евгений, пожалуйста. Странное вдохновение убитыми оленятами, ну ладно. Нет, не вдохновение, наоборот. Ты говоришь, я вдохновился убитыми оленятами. Я думаю, нифига ты. Понимаешь, мир жесток. Ах, и серьезно? Просто маленького олененка взяли, убили. Жестокий Джейсон расчленил его там. Ну, да. Это совсем печально. Так, лады, едем на рыбу. Скажи мне, пожалуйста, где находится рыболовство здесь? Где-то рядом с речкой, с Зерцом там, у Иваныча, как это называется. А скажи, у меня просто метки нет, нам примерно далековато ехать? Ну вот, еду пока. Ну, если я, допустим, поработал на охоте, потом хочу порыбачить немножко. Сколько примерно мне уйдет денег на бензин? Вот это я не знаю, тут нормально, расход низкий, поэтому можно не беспокоиться, я думаю. Ну, окей, смотри, чемодан рыболовый. Чемодан, джойн, сейчас пропишем, пожалуй, это рыбалочка у нас. Да? Не, знаешь, место такое не очень интересное, некрасивое место, то есть какой-то промышленная для зона. Для рыбалки? Ну да. Ну как тебе сказать? Я, честно говоря, думал, что для рыбалки нужен какой-нибудь пляж, там, уединенные там удочки, все дела, там, лавочки. Хорошо. А где взять-то саму, где переодеться? Пиши фишинг. Слышь, фишинг. Прямо сейчас? Ну да. Фишинг. Сервер неизвестная команда. А, подожди, нет близлежащих причалов. Писать надо? Надо на причал пойти как-то теперь. А, вон причал. Во. Давай, смотри. Причал. Что это? Там кто-то лежит. Как там это? Кто-то лежит, смотри. О, ну, это видимо, оценили. Переловился уже рыбой. Пацан к успеху шел, ёпта. Все, он, видимо, устал. Смотри, вот фишинг, давай пишем. Фишинг, вот буква. Эти валяются, смотри. Дети? Не дети, а эти. Дети валяются, нифига себе. Отправляйтесь к трайлеру, отмеченному на своем радаре. Фишинг. Фишинг, там что, две? Фишинг. Фишинг. Смотри, лодку дают, нифига себе. Так, отправляйтесь к траулеру, отмеченному на твоем радаре. Давай. Спускайся вниз, здесь увидишь, на радаре будет. То есть я траулер. Не переодеваюсь, получается? Нет, зачем? Да? Рыбачить, что переодеваться-то? Вот тот самый мой. Дальний, ёпта! У меня сейчас, вот подожди. Этот, например. А у меня вот этот, сейчас надо сверху упасть, короче. Сейчас это будет топово. Хоба! Все, я в траулере. Так, директор порта пишет, ты работаешь слишком медленно, проваливай, и хватит тянуть мое время. Ты обалдел, что ли? Отправляйся к первому пункту вашего маршрута для начала ловли рыбы. Я полетел, короче. А, ты давай, нет, у меня уволили что-то меня. Лалка сказал, ты слишком плохо работаешь. Я еще не начал даже работать, мне уже говорят, ты плохо работаешь. За что тебя уволили, Женек? Че за проблема? Директор просто Лалыч порта. А, блин.
Свинота. Ладно, иду. Сейчас. Так, лады. Там спокойно. Сейчас это твоя сетка, смотри. Это твоя сеть? Это моя сетка, да. Это моя сеть. Это моя, да. Что-то это какая-то жесть. Теперь для того, чтобы начать вытягивать сеть, вставьте на корму и нажмите правую кнопку. Ага. Встань на корму. Сейчас я тоже буду, видимо, что-то. Все, пошла, пошла, родная, пошла. Так, выбросьте сеть. Давай, 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 родненькая. Выбросил сеть, так, хорошо. Я выбросил сеть. Давай, ты тоже кольца эти, да, бублики проплывал? Да, 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 бублики туда заезжаешь, и там типа ты ловишь. Ладно. Давай, давай, родная, ну, давай, давай, немножко давай. Осталось. Сколько, интересно, платят за это вообще? Ну, нам платили 300 баксов на охоте, получается. А сколько здесь, вообще не шарю. Да. Теперь, когда сеть с пойманной рыбой собрана, можно отправиться обратно на причал. Все, садимся давай. За руль и поплыли дальше. Кнопкой. Ага. Ты еще там работаешь, как говорится, да. На благо? Тут не пишут, что я тебе скажу. Нажать. Что там совсем? Знаешь, что не хватает? Вот, на мой взгляд, тут не хватает рыбы. Ну, то есть текстуры. Самой рыбы? Хотя бы куда-нибудь добавить. Например, в цех. То есть так бы человек 100% понимал, что здесь перерабатывают так-то и да. Делают рыбку. Кстати, я хочу да. Посмотреть, сколько мне денег дали за всю работу. Вот-вот-вот, там же пишут, скажи, сколько. А я не вижу. Отличный улов у вас сегодня. Большое спасибо за помощь. Все, то есть, как бы больше я не вижу. За спасибо поработал? Я не знаю, Жень, серьезно, вообще не понимаю. Так, фишинг. За спасибо отработал. Прервать смену, что там я не вижу. Так, я еду. Я еду. Стоп-фиш. Стоп-фиш, да. Стоп-хам. Стоп-фиш. Я поймал рыбу, еду тоже теперь, все. Стоп. Возвращаюсь. Фиш. Вы не работаете на этом рыболовном причале. Ну, все, видимо, так работался уже. Тогда надо халявные еды хотя бы взять. Я просто думал, сколько денег мне дадут. Ну там писалось же наверху, наверное. Я не видел. Ну, сейчас посмотрим. Ты мне скажешь. Ладно, сейчас скажу. Так, рыбу я принес, принес. Вот целый ящик рыбы. Отнесите пойманную рыбу на фабрику. Че, кто-то ко мне. Ты кто? О, братан, он пишет. Че за приключения у нас тут? Я тебя знаю. Молодец. А ты кто? Давай напишем. Привет. Привет. Напишем, ты подписан на меня. Че делать? Да и здорово. Привет. Да пиши ты на русском, ёпту. Вот, это я себе, если что. 280 бачей. 280 бачей дают. Привет. Если тебе было интересно узнать, 280 бачей дают. Ну, дешевле на охоте. Работаете. Уже половили рыбку. Вот. Я, правда, капсом не написал. Пойду съем бургер. Коп, отойди, дай бургер халявный съесть. Хочу бургер. Круто, круто. А чем ты занят? Чем он занят, да. Это Адам Крюгер, да, подошел? Адам Крюгер, он подъехал. Я ел бургер, он подъехал. Давай, ну-ка. А чем ты занят здесь? Ну, что такое? Так, хотите, покажу что-то интересненькое? Ну, давай. Ну, давай-ка посмотрим. Знаешь, учитывая после гомнометов, шаловометов, различных коровометов, быть, да? Я уже даже не знаю, что можно еще. Не, ну он же не сумасшедший доктор. Наверное, что-то не сумасшедший, покажет. Он просто азиат, он не сумасшедший доктор. Охоту уже видели? Да. Охоту уже охоту видели. Видели рыбалку, плавали. А баскет... О, фига, баскетбол? Баскет. Ого. Ну-ка давай баскет. А как, подожди, как где баскет-то найти? Здесь. А где он тут баскетбол увидел? Да! Баскет туда! Так написал. Давай глянем. Гоу, зарубимся в баскет. Давайте. Давай глянем. Во-во. Давай глянем. Прям мечтал. Гоу, он пишет. Давай, ну, отвезет нас, что ли? О, так, давай, ну, я давай. Сяду к нему, наверное, и машина давай, большая. Давай, садимся, садим, пускай отвезет нас, раз уж такое. А нашу тачку можем вызвать, она же застрахована, нормально все. Мне нравится. Вот жизнь такой, да? Добрый да день. Есть такие парки, что не парки? Здорово, полицай! Вы на баскетбол? Баскетбол. 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 Баскетбол, мафок. Баскетбол. Здорово. Ох, могу ли я составить вам компанию? Давай, раз у тебя бездельничаешь здесь, давай спецназовец. Пойдем в баскетбол сыграем. Че? А вон площадка, я вижу. Фига. В форме специал удобно будет играть. Тяжело, броник тяжелый, но нормально там. Лена. А, ладно, пацаны, пошли. Ладно, пацаны. Ладно, пацаны. Так, ну что, давай зачекаем, как это давай работает. Давай посмотрим, как это работает, да. Как мячик брать? Мячик берется? 2-2 надо играть. С, Си поднять. А, Си поднять. Женя, да ладно. Че, нормально? Ты прям этот, как это, Майкл Джексон. Ой, Майкл Джексон. Чего? Майкл Джордан. Трехочковый. Е, отлично, трехочковый. У меня же Майкл Джексон, что Джордан нормальность. Да, я хоть разок брошу. Давай, на.
Давай, давай. Забирай на Си. Фига себе. На Си бросать, да? Да, нет, на левой кнопке мышки. А, давай. Нифига попробуем. Ты держишь такой воу-воу-воу. Отлично. Ебой, отлично. Вот это нормально. Че, четко? Альт-пас давать, смотри, прикольно, альт-пас давать. Жень, давай как Майкл Джексон лунной походочкой. Лунной походочкой, как Майкл лунной Джексон. Лунной походочкой, Женя. Подожди, на альт надо пас давать. На альт давай, давай, я ловлю. Давай. Во, пас дал, смотри, прикольно. Куда словил его, подожди. В грудину ему засандалил пас. Попробуй пас дать. А, во, смотри, копа. Во. Это уже какой-то не баскетбол у вас. Прикольно. Прикольная тема. Чух. Опа, я все время альт нажимаю, он мне бросает, я ему бросаю. Во. Опа, опа, баскет... опа, 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 тихо, 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 ша, спокойно, подожди. Подожди, что-то мясо. Ой, я кому пас-то дал, подожди, а кто в какой команде? Ну, мы с тобой... У меня темнокожая барышня, вы в синих шортах, в красных шортах. Мы в красных, у вас синяя команда, мы красные, короче. А, в этом плане. Как забирать мяч? Как забирать? На контрол, по-моему. Серьезно? Ну, да. Ты, хопа, сейчас. Ничего подобного. Мимо, ёпта, да вы издеваетесь, что ли? Смотри, 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 смотри. Это же не наше, надеюсь? Не, о, ты что, это наше... А, улетел мяч-то? А, мячик улетел, пошел по миру, как говорится. Подожди, дальше-то что? А, что он, все, мяч-то где-то там, смотри, на поляне вон. А, вон мячик, смотри. Опа. А, на территории нельзя урон баскетболиста наносить. Чёрт подери. Е-е-е, плюс 2 очка. Нормально, нормально, нормально. Интересно, все. Отсюда я закину с этого части поля? Что происходит? Зачем повис на этой фигне? Я не знаю, прикольно было, кстати, да? Ну, какой-то как Джордан сделал, точно прям. Чу! Ей, еще два. Так, подожди, подожди, подожди. Тихо, спокойно. Да, с подписчиком, конечно, кайфово играть. Представляешь, ребята тут собрались, такого бы наворотили. Я это что, забрал у меня? Я забрал, да. А что ты думал-то? Это же баскетбол. Шмяу, еще двухочковый. Нормально. 7-2. Ведем. Мячик на С. На С забрать мяч? Да. Нет, С присаживается, видишь? Так, а ну-ка, альт. Ну-ка, альт, потыкай еще разок. Вот. Опа. Слышь? Не, уже прям так, чтобы слышно было. Альт не тыкается. Ну, не знаю тогда, в чем проблема. Может, это русская раскладка? А, нет, там не зависит. Ладно. Да какая русская раскладка? Ну, я же говорю, да, не раскладка тут дело. Опа. Не. Дар в щит. Прекрасно. Да, было очень потно. Очень особенно потно. 3 на 1 и 2 на 1. Это был супер потный хатыч баскет, блядь. Такого я еще не видел. Да, вот это было топово. Спасибо, бро, спецназ, ты помог мне мимо. Потный хатыч. Потный хатыч. Вообще вспотел, как свинья на все на ферме. Все, пошли дальше. Пошли. Фу, отыгрались нормально, все. А вообще красота, супер. На площадке. Супер, баскет катка. Прикольный. Не, прикольно. То, что он оставил меня одного, меня это горит немножко. Да, вот это да, просто два на одного. Серьезно, вертолет? О, наш знакомый старый. Опять что ли? Опять что надо опять, естественно. Да? Только развлекаться начали, что опять-то? А хрен его знает. Свистят еще. Садимся. Ну, садимся, господа. Ладно. Как-то по-английски уходим там. Баскет поиграли и слились такие, знаешь, просто... Наверх, йо. Это ты пишешь йо? А, нет, не ты. Нет, ты бросил меня в баскете. Летим без тебя. Дерзота. Все, пацан. В смысле дерзота? Ты меня бросил. Он оставил меня, он бросил. Я играл один против двоих. Он не заслужил лететь к доку. Все? Ну ладно. Прибыли. Куда мы прибыли? Прибыли, 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 прибыли. Что за хата загородная? Нормальный дом такой, солидняк. Там бревенчатый, чётенький, дышащий. Бревенчатый дом. Блин, ух ты. Во как живут у нас сумасшедшие люди в шляпах, как у Мерлина. Чтоб все так жили, да? Да-да, вижу. А вот и мы. Ну правильно, с таким шумом пригнали на вертике. Вон голова оленя, которого ты убил. Вы решили пойти в НБА? Нет. Ну такое. Мы охотники-рыболовы. А что ты на английском пишешь? А и неохота переключать раскладку. Служба родине превыше всего. Дерьмом закидывать. Это служба родине. Хорошая служба родине, да? Здесь недалеко есть деревня. Ага. И?
А вертолет заглушить нельзя? Сумасшедшего фанатика. Секта сумасшедшего фанатика? Это Far Cry 5 сейчас, да, рассказывается? Предыстория. Так, и что? Вам нужно разобраться с ними при помощи моей новой разработки. Опять что-то прикольное. Я уже думал, баскетбол — это максимум, все, что может быть. Заглушите вертолет. Как вам, не страшно? Нам не страшно, нам нормально. 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 Нормально, муфук. Пошел глушить вертолет. Но он на мозги давит просто. Я слышу, что он где-то в голове там. Во, боже, вот, тишина, боже, как хорошо. Тишина, спасибо. Спасибо большое. Ох, ёкаламане. Так, ну что, доктор? Назариус, давай, втирай нам. Мой агент ждет вас. Я выдаю брейнган, дальше слушайте его. Он покажет место и деревню. Хм. Давай посмотрим, что за брейнган. Давай. Сейчас нам выдадут, посмотрим, что за брейнган. Ты вспомни, какие у нас уже брейнганы были. Ты что они делали? Шалавострел, дерьмострел, потом коровострел. Что еще можно придумать? В этот раз немного странный эффект. Сегодня это пузырьган. Что-то новое, этот пузырьган. Пузырьган — это хорошо. В людей один эффект, в поверхность другой. Ага, еще и зависит от поверхности. Осторожнее с ним. Нам постоянно говорят, осторожнее с ним, мы там начинаем делать потом садом. Так, я готов брать, как говорится, брейнган, ответственность в свои руки. Ну, бери готов вместе с брейнганом ответственность свою. Давай попробуем, сточимся. Так, здесь руки. Готово. Ну что? Уедрить. А, он бомбит. Нормально. Ага. А в людей-то пишут другой эффект. Вот, да, давай, да, проверим. Давай на докторе, у нас традиция на докторе проверять. Он туда посмотрел, он прыгает, смотри. Бдум-бдум-бдум-бдум. Неплохо, неплохо, неплохо. Смотри, какая прикольная штука. Не на мне, он пишет, вообще классная штука. Ай-яй-яй-яй-яй, ты зачем меня стрельнул? Я понял. Это групповой пузырь. Не померли? Он чел какой-то, смотри, ух ты. Иди-ка прыгай давай. Подожди, ты что делаешь? Это же будет лютейший трешня сейчас. Ой. Подожди. Сейчас он спустится, подожди, он же упадет. Отпружинили в хлам куда-то. Ну да, наверное. А куда он улетел, подожди? А в вертолет, если попасть? Не надо, Женя, это плохая затея. Лучше доктора. Лучше уже в доктора, наверное. Интересная штука. Запусти доктора в небо. Запусти, полетели. Вместе с доктором полетели. Бедный врач. Все, полетели. Назариус. Смотри, в нас стреляют тоже. Он стреляет по нам, смотри. Еще бы. Разозлился доктор. Разозлили доктора, походу. Мажор какой, а. Живет в загородном доме, еще не нравится. Таксы. Смотри, деревня внизу, получается, да? Я так понимаю, вон, да, деревня внизу. Тут в деревушке куча сектантов. А вон они, вон, наверное, стоит. Смотри, церквушка или что там? Смотри. Да, есть такое дело. А до него не долетает, да? Долетает. Но у него не действует. Это их дом. Ждем. Окей, подожди. Окей, все. Сарянский. Тут прикольное такое место, слушай. Ну, так смотри, не выпади с края куда-нибудь там. А он что, уехал? Если бы они еще заглушили бы вертолет, было бы вообще шикарная тема. Он пишет, давай ниже. Давай ниже? Давай ниже, садитесь. Давай ниже, ладно. Он просто давай показал ниже нам основку. Ниже так ниже. Вопрос, хорошо, как говорится, такой себе. Ну, да. Ниже так ниже. Пускай ниже птица, так... птица четенькая. Кто? Птица? Там птица пролетела, да. А-а-а. Сектанты. Блин, место прикольное такое вообще. Да. То есть они должны приехать, да? Скорее всего, да, сейчас прикатит, наверное, сидите в засаде. Все, вертолет улетел, хорошо, тишина, теперь и покой. Интересно, а в оригинальной игре были здесь какие-то миссии, правильно? Какие? Не взрываешь, да, скорее всего, были, да. Я не припомню, я до конца не прошел. Не взрывай. Ты до конца проходил, нет вообще? Я вообще не проходил. Опа. Опа, о, вот тебе уже кто-то там стреляет, смотри. Во-во-во-во-во-во-во.
пошла, пошла, родная. Пусть они выше, 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 давай, чтобы до небес. Там прям еще много их, не только один, и два, и три. Он их навалом бегает, смотри. Блин, прикольная штука, это гравитация. Ты же знаешь шарик, в котором катаются по воде, там вот это все да, дела. Да, есть такой, да, да, да. Вот что-то наподобие. Попадали, попадали. Нормально. Жги, Женек, жги. Все, все, вы загасили, видимо. Загасили. Загасили лалычи, все. Загасили лалычи и загасили. Там еще идут? Да. Давай, 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 поднимай, поднимай его выше, поднимай. Лети, лети, чтобы он, если он упадет, он разобьется. Да, давай. Через запад на восток. А, там еще внизу, осторожно. Много сектантов, что-то я смотрю. Давай, давай, возьми правого, я давай, возьму давай, левого. Давай, давай. Вон чел в воздухе какой-то парит, смотри. Нормально. Прикольная фигулина вообще. Хороший расправа с сектантами. Машина, машина. А машина действует? Нет. Машина должна просто взрываться, типа. Вертолет летит, это сектантский? Интересно, сектантский вертолет, нет? Может такое быть? Все, у меня звука уже нет. А, есть. Есть, есть. Я уже есть, думал, я все звук. Ты уже испугался, все, беззвучный. Так. Гребаные сектанты, твою ж ты мать, а? Давай, так, давай, 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 жги, жги его. Вот. Кто-то в шарике, кто-то без шарика. Там что-то садом. Много сектантов. Хорошее задание нам дают. А если мы туда выйдем и там будем драться, нас убьют же, да, сразу? Ну, скорее всего, да, у них оружие тоже Бай. Есть. Ребят, тут много. Как давай, это выше, пузырь выше, ган выше получает? Вон они, внизу, 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 вон. Пузырь ган. Тебя валят? Ну, пытались. Смотри, смотри, ну, сколько пузырей в воздухе, да. Гады, даже трупы подлетают, смотри. Даже трупы тоже летают, тоже, да? Тоже летают трупы, да, все нормально. Выше, выше, шикарно. Выше, 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 в небо. В небо, в небо, в небо. Сколько их там еще? Не знаю. Бегут пока. Сектики. 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 Давай, бегут. Падай, зараза, блядь. Падай, сучка. Вот. Интересная так это вальнули. Сейчас они все слягут там. Все вроде бы. А, нет, еще кто-то бегает. Они куда-то забежали в церкушку свою, по-моему. Может, в церковь пойти прям? Не знаю, не знаю. Может, их накрыть, пойду сгоняю. Давай я прикрою тебя. Давай. Пойду прям туда, в этот, в рассадник зла. Схожу, давай, посмотрю. Заодно постреляю, ребят. Так это... Ох ты, ты меня выстрелил? Серьезно? Рилток. А если я умру сейчас, рилток? Не умрешь, не умрешь, нормально. Ага, у меня жизнь прикончается. Ты меня так прикрыл, да? Ох ты, они не умирают. Они падают, короче, разбиваются и не умирают. Не умирают вообще? Нет, вот они, ну, кто-то умирает, кто-то нет. Ты не сразу же умираешь, надо выше, выше, выше их. Хорошая пушка. Хорошая пушка. Мягкая смерть, хорошая пушка. Ну, сектики. Во, сектики слегли, все. Все, вот все. Ты вальнул сектантов. А, нет, еще один остался, вот он еще. Все, все, вот теперь все. Стоять. Они уезжают, Женя, уезжают. Это они уезжают? Ну да, это же их машина сектантская была. Пойду, зайду, посмотрю. Слушай, слились, все. Ну я умру, честно. Не-не-не, не умирай, Женя, не умирай. Да, не умирай, если стреляет меня, не умирай. Женечек, не погибай, не надо, Жень, не надо. Да, спасибо. Женя, а может быть ты был сектантом? Ну вот, допустим, ты был сектантом, я тебя убил, то есть я сделал благое дело, получается. Да, я был сектантом. Хорошо, на чем основаны твои доводы, интересно? Не знаю, ни на чем, но если брейнган тебя убивает, а он против сектантов, то логично предположить, что ты сектант. Так в тебя выстрелит, тоже он тебя убьет, никакой разницы. Нет, все люди сектанты, меня он значит, поднимет, получается. Он, ага, меня, он меня поднимает вверх, но я живой дальше, понимаешь? Я продолжаю жить, Женя, конечно, продолжаю. Конечно. Все. Так, что там у нас? Всю секту. А, все, все, секту слили. Так, нормально. Сколько денег нам дадут? Заплатят. Сколько нам заплатят? Ну да. Ну что, ну да. Опять нисколько, опять будем работать на охоту, там, на, за еду.
только попозже. Понятно, опять я читаю так. Пользуются как могут. Я тебе говорю, просто как это, политическая проститутка какая-то. Ну так, дали оружие, попробовали, попользовались. Дали оружие, на тебе, поиграйся, да. А деньжата, деньжата нам платить за работу нашу. Мы развалили сектантскую группу, нам должны заплатить за это бабки. Ну, он пойдешь на охоту. Только не на говори, что нас на авианосец везут, нет? Нет, он пойдешь на охоту, на рыбалку заработаешь, что? Вот-то проблем. Вот в чем дело. Конечно. Вот оно как работает. Пойдешь на рыбалку. Пойдешь на рыбалку. Пойдешь. И все будет, но. Но пишет, что мы свободны. Серьезно, а деньги? В смысле, а деньги? Ну расстреляй, у тебя есть брейнган. Фигани по нему. Раз он такой умный. Денежки вечером. Шабани по нему, вот, пускай все, полетает. Прощай, дружище. Денежки вечером, и жизнь твоя тоже вечером. Все, удачи. Полетай немножко, да, понял? Давай, наверх его, Жень, наверх. А у меня же нет брейнгана, откуда? Как нету? Ну ты же меня убил, откуда у меня брейнган теперь? Печалька. Печалька, да. А он сейчас улетит, он испугался. А не успел улететь? Все, я, короче, вальнул его, раз бабло он не платит нам, все. И сам помер, красавчик. Я сам помер. А там вертолет взорвался, я понял. Я думаю, какого лешего вообще? Сейчас не скажут за то, что убил сотрудника там. АНБ какого-нибудь, все. Конфискация, имущество. Все, конфискат, Олежек, все, забудь про эту работу. И на лет 20, короче, тебя посадят. Я дома, кстати, оказался. Отлично, пойду я тоже сдохну и дома окажусь. Нет, я здесь. Во, не вздыхай, Женя, я здесь. Я рядом с тобой. Ладно. О, воздушный шар есть. Воздушный шар есть? Да, вон, смотри. На большом воздушном шаре. А, можно, давай попробую запрыгнуть туда. На велике прям? Мандаринового цвета. Во, все, я в шарике. Я тоже в шарике. Поехали, погнали. Нормально. Получится взлететь? А вот получится ли у нас взлететь, мы узнаем уже в следующей серии, друзья. Это был Trinity проект у нас. Ссылочки в описании под видео. Заходите, играйте. Мы реально полетели, подожди. Летим, нифига себе. Женек, мы летим, йоу. Чё, смотри, вообще по катушках халявная, да? Опа, прям водопад. Блин, это печально было. Это самое печальненькое. Ладно, прикольно, чё. Ну что, сегодня было довольно весело. Да. Мы потестировали новую пушку, которая превращала людей в пузыри, а текстуры превращала в огонь. То есть вот такая вот интересная была штукенция. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в новых сериях. Всего хорошего. Пока-пока. Все, до новых встреч.